Приветствую вас на канале Алковита. Очередной ролик из серии напитки друзей. Пока дрова горят, проведу-ка я дегустацию. Сегодня у меня кальвадос от Дмитрия. Это яблочный сок и щипа. Также чача, золотая чача от Алексея. Вот, это сорт Сапирави в бочке из-под вина Сапирави. И манго-мультифрукт. Едва-едва соломенный такой оттенок. Это сок просроченный, но очень элитный. Это вот дубайский сок. Итак, приступаем. Смотрите, какой разный оттенок. Щипа, бочка из-под вина, слегка такой красноватый оттенок. Ну, здорово. Итак, ставлю фотоаппарат на штатив. И давайте так вот. Ой, однозначно яблоко. Дуба не чувствую. Не ощущается, что это спиртной напиток. Яркое, сочное, мощное яблоко. Здорово. Сапирави чача. О, вот это чача. Ох. На аромат слегка крепковато. Отчетливо чача, отчетливо бочка. Знаете, немножко в оттенке есть аромат кислинки вина. Где-то я читал, что винные бочки отдельно, для дистиллятов отдельно, не стоит их мешать. Хорошая чача. И манго. Ой, ба! Какой замечательный, нежный такой тропический аромат. Вот как вот пьешь сок, мультифрукт. Просто чудесный аромат, ребята. Алексей, здорово. Все-таки это не соки, эти сис, нектары армянские. Класс. Что-то в аромате преобладает. Да, вот именно вот этот вот мультифрукт, как он идет. Папайя, маракуйя, манго, в общем. Вот чисто такой тропический аромат. Классно. Вот такой вот дистиллят, наверное, вот... Летом там со льдом, там, не знаю, там с колой, либо какой-нибудь коктейльчик сделать. На аромат Дмитрий 5 баллов. Чача 4 балла. Немножко не понравилась эта винная кислинка. И мультифрукт, это тоже 5 баллов. Пробую. Дмитрий кальвадос щипа. Дмитрий, большое спасибо. Алексей, большое спасибо за ваши напитки. Будь добру. Однозначно яблочный дистиллят, слегка рисковат, приятный дубок, послевкусие приятное, но яблоко долго на языке не держится, послевкусие такое слегка фруктовое. Так, чача, Сапирави, бочка из-под вина Сапирави, будем. Приятный на вкус, однозначно чача, дуб такой более душистый, более ароматный, если у Дмитрия дуб такой как бы им присутствует, но именно дубок такой, то здесь именно более какой-то обволакивающий, характерно для бочки, вот скажем так вот, не для щипы. Да, классно, мне понравились оба эти напитки и мультифрут, Алексей. Добро. О, ветерок поднимается. Ох, пай, какой ароматный. Немножко порезче, чем предыдущий. Класс. Первоначально все напитки отличные. У Дмитрия очень яркое яблоко. Но если сравнивать бочку с Алексеем, вот именно дуб Дмитрия и Алексея, у Алексея он более вкусненький дуб. А здесь же прям послевкусие просто шикарное. Послевкусие однозначно у мультифрукта гораздо круче. Так, давайте закрепим по второй. Как говорится, закрепляющая, чтобы все были здоровы. Ура!
На первом месте яблоко. Яблоко сменяет дубок. Слегка на языке такая резкость. Все быстро проходит. Дистиллят на вторую уже очень мягкий. Послевкусие слегка фруктовое. Угу. Так, чача сапирави. Будем. Ну, это чача. Дуб вкуснее. Он винограда меньше, чем яблоко, чем предыдущий вот напиток. Ну, соотношение. Послевкусие. Все-таки чача вот от Павла имела самое крутое послевкусие, которое долго-долго на языке еще крутится. Здесь же, ну, наверное, послевкусие, да, немножко получше, чем у кальвадоса. На единичку получше. Ну, здорово. Вот это уже вот кислинки, как вот в аромате винной, я уже не чувствую на языке. И мультифрукт. Будем? Ура! Быть добро. Ну, классический такой тропический аромат. Вот. Здорово, просто супер. Но дуба немножко вот резкость есть, но вот именно дуба не хватает. Все-таки раз это выдержанный напиток, вот он слегка-слегка соломенный. Можно даже сказать, что в белую, но все-таки вот чуть-чуть вот терпкость танина есть, но очень мало. На язык. Дмитрий Кальвадос 5 баллов, чача 5 баллов, мультифрукт 4 балла, только потому, что немного нет вот именно, вот сюда бы вот такой бы дубок бы, было бы вообще супер. Вот, раз это выдержанный вот напиток, то 4 балла. Послевкусие 4 балла, 5 баллов, 5 баллов. Ну, питейность, мультифрукт однозначно, это 6 баллов. Очень вкусный, очень приятный фруктовый дистиллят. И вот прямо сейчас я его хочу дальше продолжить на даче выпивать. Мне кажется, что вот начну я с него, потом пойдет кальвадос, потом пойдет чача. Думаю, вот так вот. Ну, питейность 5 баллов, все три напитка. Технические напитки совершенны, в чаче немножко вот прощупываются хвостики, но это как бы правильные такие хвостики для бочки. Все три напитка 5 баллов однозначно. Общее впечатление. Больше всего мне понравился мультифрут. Вот если бы он был бы белый бы, он был 100 пудов, общее впечатление 5 баллов. А раз он идет как выдержанный, мне кажется, четверочка. Немного его недовыдержал Алексей. Чача великолепна. Но сравнивая с чачей Павла, конечно, страдает ароматика. Послевкусие слабее, то есть уже как-то сравниваешь вот с напитками. Я думаю, тоже 4 балла. Кальвадос Дмитрия. Отличное яблоко в аромате, отличное яблоко на языке. Послевкусие немножко не дотягивает. Хотелось бы в послевкусии прям вот как вот яблочный сок. Почмакать его, вот как это в мультифрукте. Мультифрукте. Игра слов, да? Я думаю, тоже получает 4 балла. Но больше всего, вот если так вот закрыть на все глаза, вот мультифрукт однозначно это топчик. Попробовал я 7 напитков. И вот таким образом выглядит табличка по фруктовым выдержанным дистиллятам. Все, на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, пейте только качественные напитки.